Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в легендарную игру под названием Enlist. Это опять кто-то долбится ко мне в друзья. Я же сказал, я продажная тварь, отклонить. Я принимаю только за донаты, ребята. Сначала донатите, а потом в друзья. Да, вот такие вот пироги. Поиграем сегодня с тобой, где мы сегодня с тобой поиграем? Мы не были с тобой давно где? А где мы с тобой не были давно? Захватить надо одну стратегическую позицию. Мы в той серии где были, ребят, кто помнит? Я уже не помню, мы были в Нормандии, да? Да, я вам жопу там лизал, да-да-да, помню. Вы мне лайки ставили, точно. Потом мы пили за вашу жопу, точно, помню. Так, ну что, пойдемте. Ну пойдемте сегодня в Тунис. Сходим, посмотрим, какие тут сильные американцы. Серичку запишем по Тунису. Вот, потом серичку запишем по Москве, для фанатов Москвы. Потом серичку запишем по... у нас уже точку одну схватили. Ну, великолепно. Я даже уже вижу, да, это все вижу, да, представляю, да. Я это уже все вижу, ребят, да. Уже все вижу, уже все представляю. Calling in artillery! Copy! Artillery fire! Artillery fire! А где здесь вход в домик? На ядрит. Давайте мы здесь построим. Построим здесь. Посмотрим, что здесь происходит. А, что, уже нашу точку захватывают? Пойдемте. Наш танкист тут стреляет. Ой, ё-моё, мы даже забежать, что ли, не успеем, ребят? Или успеем? Или не успеем? Ну, куда я тебя зайду? Да, блядь. Блокнот не заходит. Мы проебали точку. Все нормально, ребят. Это все нормально, ребят. Это Тунис. Это Тунис, ребят. Это Тунис, привыкайте. Это Тунис. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это Тунис. Я кого-то только одного убил. Свои. Ну, немцы с СМГшкой бегают с этой. Нормально. А я с бердянками бегаю. Спасибо. Don't leave to define the position, да-да-да. Давайте попробуем добежать, не знаю, получится. Знаете, что-то в Тунис уже тоже неохота играть. Я не успею 150 метров, ребят. Вот что хотите делать, я не успею, ребят, смотрите. 150 метров. Я не успею при всей необходимости... Нет, просто чисто физически не успеваешь. Когда уже обнову, ребят? Обнову ждем, все ждем обнову. Все, я не успел. Сколько я успел пробежать? 100 метров, да, получается? Да, 150 было. 150 метров, да, было? Я пробежал 100. Все, ребят, все нахуй. А что вы хотите? А что вы, ребят, хотите? Десантура просто сюда десантируется и захватывает за 20 секунд просто. Просто они так делают. Типа точку одну захватили, открывается вторая точка. Ты кидаешь на вторую точку сразу десант, просто на точку спускаешься и захватываешь за 20 секунд. И враг даже не успевает назад отойти. То есть, ну, чтобы задефить точку...
Вот такие пироги, ребят. Ну что, пойдемте туда. Давайте попробуем ту точку задефить. 150 метров. Даем метки. Это мой побежал или чей? Да, это мой побежал. И, по-моему, он сейчас бежал с ножом, или мне показалось. Да, ты что с ножом-то бегаешь? А, потому что я с ножом бегал. Ты не переключился, что ли, на эту? Блять, заебись. Пищалка где-то. Не знаю, где-то здесь пищалка. Да, ребята, вот такая вот серия у нас получается. Вот вам Тунис за американцев. Ну все, уже захватили, я даже не успею. Пиздец. Пиздец, ребята, я даже ничего не... Ты просто, блядь, не успеваешь даже добежать. Представляешь? Да. Ты просто не успеваешь физически добежать. Ну ладно, пойдемте попробуем добежать до той точки. Да, хуй добежишь. Ага. Как я хорошо стреляю. Я профессионал. Одни расстройства. Так, в Тихий океан я, ребят, больше не играю, потому что там подлагивает. И там имбовые американцы. В Тунис мы больше с тобой не играем, потому что здесь, ну, вообще пиздец какой-то. Здесь просто вот это пиздец. Происходит. Вот, тоже мы в Тунис с тобой больше не играем. Остается только Москва, Нормандия, Берлин, ну и Сталинград. И все, в остальные мы компании с тобой не играем. Не потому что они плохие, потому что вы сами видите все, что происходит. Вы сами видите, что тут происходит. Ну вот. О, господи. Да хватит тебе, блядь, выгибаться, выгибунчик, блядь. Да и хорош, блядь. Дурачок, блядь, местный. Пока туда смотришь, пока сюда смотришь, нас уже с этой стороны, блядь, в окно обходят. Ну да, 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 да. Баланс разработчики у вас великолепный, блядь. Выпускайте уже обнову, блядь. Вы людей будете терять с такими играми каждый день, блядь. Просто люди будут из игры уходить каждый день. Так онлайн, блядь, три человека играет. Быстрее нахуй выпускать обнову, блядь. Чего вы там все ждете, блядь? Обещали... Когда нам обещали обнову, ребята? Летом, да? Помните? Помните, они нам летом обещали обнову. Летом, говорит. Летом выйдет, говорит. О, с пулеметами, блядь. А я, блядь, здесь бегаю с бердянками. Кто, чё, непонятно. Он с МП здесь сидел. А, Германия. Так. Понятненько. Эх, промахнулся. Ну да, ЗБ 26-м сбегать там. Слабые, слабые немцы. Все, в Тунис больше не ходим, ребят. Давайте долбанем напоследок. С самолета. Одни расстройства какие-то в этой игре.
Я не знаю, почему разработчики тянут. Мне кажется, знаете, что у меня есть предположение, что они именно хотят к Новому году это выпустить почему-то. Ну, потому что, знаете, там новогодние каникулы, то все, там вот люди дома, типа, чтобы вот как-то... Ну, у меня есть подозрение. Хотя я не удивлюсь, если вообще в этом году ничего не выйдет, никакое обновление. Да, и все останется так же, как и есть. Но они будут нас уверять то, что они делают. Минус 3. Минус 4. Великолепно. Вот, ну они делают, да, они делают, но... Вопрос-то остается открытым, когда они это все сделают. У меня звук опять пропал. Что такое?